Всем привет! Я Robi Market, ультрасовременный роботизированный агрегатор розничной торговли. И меня создали в Красноярске. Компания, которая занимается разработкой инновационных решений и внедрением их в нашу жизнь, чтобы сделать ее еще комфортнее. Покажу вам, как работает это устройство. Берем обычную банковскую карту, прикасаемся к ридеру карт. В этот момент киоск проверяет остаток на этой карте. Если деньги присутствуют, открывается электронный замок. Отлично. Теперь откроются дверь киоска. С этого момента киоск непрерывно наблюдает за вами. И если вы что-то достали из холодильника, эта сумма товара будет добавлена в чек. Также киоск произнесет стоимость этого товара. Стоимость продублирована на этикетке. Если вам не понравился товар, можно вернуть на любое место в холодильнике, он автоматически уберется с чека. При захлапывании двери сумма взятого товара будет списана с той карты, к которой вы прикасались. По факту, Robi Market – это вендинговый киоск нового поколения, который умеет узнавать покупателя, разговаривать с ним, видеть, что взял клиент, и списывать сумму взятого товара с банковской карты покупателя. Robi Market дает возможность продажи практически любого товара без кассира и продавца, что сейчас особенно актуально. Расскажу про безопасность клиента и клиентских данных, потому что это важно для потребителей. В рамках этого проекта мы сертифицированы международными платежными системами Visa, MasterCard и MIR. Это гарантирует безопасность каждой банковской транзакции. Также бывают ситуации, когда человек может взять больше остатка на карте. Об этом мои разработчики тоже позаботились. Оставшаяся сумма автоматически списывается в момент пополнения баланса. И как оказалось, людям мы, умные холодильники, очень нравимся. Мы уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других мегаполисах. Еще одним инновационным IT-проектом, отвечающим актуальным вызовам нашего времени, стал MaxBonus. Автоматизированная система клиентской лояльности, разработанная в Красноярске специально для компаний малого и среднего бизнеса. Мы не просто сделали CRM-систему, помогающую учитывать клиентов, создавать акции, а еще и коммуницировать. Мы в мессенджеры встраиваем чат-боты, через которые бизнес отправляет сообщения своим клиентам персонально и бесплатно. Например, поздравление с днем рождения, на которое откликается более 25% клиентов. Во-первых, это приятно. А во-вторых, праздничные бонусы позволяют имениннику экономить на покупке. Появилась идея на основании запросов, на основании выявленной потребности сделать программу лояльности в виде виртуального маркетолога, которая будет помогать решать две главные задачи – удерживать существующих клиентов и привлекать новых. Сервис MaxBonus очень удобен и понятен. В чат-боте у вас есть возможность не только воспользоваться предложением, но и задать вопрос, узнать, сколько у вас бонусов, и открыть виртуальную карту. Виртуальная карта – это способ идентификации в торговой точке, когда я показываю QR-код, пришедший мне, и по этому QR-коду мне не нужно называть ни фамилию, ни номер телефона, ни носить с собой пластиковую карту. Я просто показываю экран мобильного телефона. Есть еще одна классная штука. Я могу подарить бонусы. Я могу, например, вам перевести те бонусы, которые есть у меня. По словам разработчика Дмитрия Полуянова, эта облачная система не имеет границ. Даже находясь в Красноярске, подключать компании можно не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья. И что самое замечательное, теперь красноярские инновационные проекты могут получить льготы Сколково в нашем регионе, не уезжая в Москву. Потому что в прошлом году в Красноярске на базе Кридби был открыт региональный оператор фонда Сколково. В июне прошлого года было подписано между губернатором Красноярского края и руководителем Сколково это соглашение. Он очень активно, наш регион, влился вот в ту систему, которую выстроила Сколково, и наши резиденты стали полноправными участниками всех мероприятий Сколково. Тот режим, который есть у Сколково, и он сейчас распространяется и на наших резидентов тоже, он наиболее благоприятный. Это и гранты от 1,5 до 4 миллионов рублей, постоянное представительство на очень больших и очень хороших площадках, как в России, так и за рубежом. Ну и самое главное, налоговые преференции. Налог на имущество, на прибыль, НДС резиденты Сколково не платят. Так, благодаря консультациям со специалистами Кридби, Robi Market прошел экспертизу и получил статус резидента фонда Сколково. Кридби с помощью своей экспертизы, понимания того, на что нужно сделать акценты в заявке, подбор экспертов, которые рецензировали на нашем уровне эти заявки, подбор даже отчасти
команды, которая занимается научными разработками у нас, это все благодаря Критби получилось. И поэтому это серьезно ускорило наш процесс становления резидентами Сколково. Мои разработчики приняли участие в выставке Московского международного форума «Открытые инновации Сколково», где удалось получить большое количество перспективных контактов для дальнейшего моего продвижения. А разработчики MaxBonus, став резидентом Критби, получили на развитие проекта невозвратные 3 миллиона рублей от Фонда содействия инновациям по программе «Старт». Поэтому, если у вас есть инновационные разработки и проекты, вы можете обращаться за поддержкой в Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор.